Друзья, вы на канале «Готовим вкусно с Валентиной». Сегодня мы будем готовить грибочки, учиться мариновать грибочки, шампиньоны. Маринованные грибы всегда любимы всеми за столом. Их приготовление несложно, а простой процесс. Это просто и быстро. На их приготовление уйдет минут 15. Я купила грибочки, шампиньоны, полкилограмма здесь. Для приготовления нам необходимо. Вначале их вымыла хорошо. У меня они были не такие мелкие. Я порезала, но беленькие, хорошенькие. Можно взять маленькие грибочки. Для приготовления нам необходимо вскипятить воду, 1 литр воды. Добавить в эту воду 40 грамм соли. Это 2 неполные ложки, 2 неполные ложки столовых. Пол ложки чайной лимонной кислоты. 2 лавровых листочка. Черный перец. Доводим маринад до кипения и опускаем туда наши вымытые грибочки. Доводим грибы до кипения и кипятим их 10 минут. Пока грибочки варятся, мы подготовим заправку, которая будет состоять из мелко нарезанной петрушки. У меня можно, какая зелень у вас будет. 2-3 зубочка чеснока, измельченных любым способом. Перец душистый. Можно перец острый. Если есть свеженький перец стручковый, можно порезать стручковый перец. Две ложки растительного масла. 2 ложки яблочного уксуса. И ложку столовую сахара. Все это мы перемешаем. И заливаем. Возьмем заливку, в которой варились грибы. И зальем наши грибочки. Грибы я сложила в посуду. Такой судочек. Вы же можете сложить ее куда угодно, баночку, как вам угодно, подходящую посуду. Я сейчас перемешаю подготовленные ингредиенты для заливки и залью той водичкой, в которой варились маринады, в котором варились грибы. Вот так это выглядит. Нужно, чтобы грибы утонули, были покрыты этим маринадом. Затем мы охлаждаем это. Укрываем, охлаждаем. Когда охладится, можно ставить в холодильник. И через сутки они уже будут готовы. Это очень вкусные, прекрасные грибы, маринованные. Их можно оставить и надолго, но вряд ли они у вас удержатся. Они очень вкусные. Такая закуска очень нравится гостям. Желаю всем приятного аппетита. И хочу вам сказать, что у меня еще есть один канал, на котором я делаю рукоделие. Вот такие. Вот такой я сделала подсвечник с грибочками. И вот такая вот бутылка для домашнего вина. Заходите на мой канал. Канал Валентина Завгородняя. И мы можем с вами сделать такие вот вещи. Там много у меня интересного. А за подписку, лайки и комментарии спасибо. Всего вам доброго. С вами была Валентина Завгородняя.